Всем привет, с вами Аркс Плюй, Рагмутантуф Дуй, и это Ласт Плюй. Еще когда был экран загрузки, там было написано, первый раз, кстати, такое видео, сохраняйте спокойствие, это всего лишь игра, когда внизу экрана пишутся всякие советы. Так что, но это не про нас, мы не будем сохранять спокойствие. Только агр, только хархор. Все, let's go, у нас будет летсплейчик, вот угадайте на кого. Такая холодная жижа. Жижа в холодке. Конечно же, это будет Operation. Ancient Operation. Так как мне человек знакомый перевел, по-моему, переводится старый аппарат. Древний аппарат, Ancient, древний, да? Древний аппарат. Вот скажешь кому-нибудь, я вчера видел там на экране древнего аппарата. Древний аппарат видел. Чё вы думаете? О чём они подумают? Об этой фигне морозной? Нет, они какую-нибудь машину, аппарат какой-нибудь подумают. Вот такая вот у нас предыстория. Очень интересный, специфический герой. Знаете, я пробовал раскачиваться по-разному. Через первый и второй скилл. Ну, скиллы у него. Первый скилл это наносит урон, и там при возможности, если человек не ушел далеко, станет его. Второй скилл – замедление. Третий скилл – дополнительный урон и ульта. В любую точку летит говно. Все. Ну, как я сначала пробовал играть через первый-второй. То есть делать акцент на первый-второй. Потом пробовал первый-третий. И я, знаете, что заметил? Вот у меня очень хорошо поднимался минрейт именно через первую-третью раскачку. Очень хорошо. Потом я ради интереса зашел на Dota Buff. Посмотрите, что же люди качаются? Что вы думаете? Они качаются через первый-второй скилл. И третий, они вообще не качают практически, да, они не качают до самого конца. То есть, когда уже все скиллы прокачали, там моча в голову ударили, начали третий качать. Я вам скажу так, это неправильно. Запомните, по моему опыту, у меня, короче, винрейт очень высок за аппарата, 90% точно будет. Мой вам совет. Качайтесь через первый, третий скилл с самого начала. Делай акцент на третий скилл, потому что третий скилл, он дает урон дополнительный, да? И это тот самый потенциал, который может изменить игру. Когда у ваших союзников вначале будет хорошая атака. Что тебе нужно, инвалид? С кем мы будем стоять? Я хочу стоять с спиритом. О, давайте мы постоим с ним. Бусикир спокойно внизу постоит. С минером. А, бусикир на миду. А, ну вот, а нормально, все. СФшка с арканой. Аркана, по-моему, стоит 1300 или 1500. Ну, неважно. Так вот, аппарат довольно интересный герой. Опять же, если мы будем качаться, как я говорю, да, то первый плюс аппарата в том, что в начале, да не то, что в начале, а во время всей игры у наших союзников есть дополнительный урон. На четвертом левеле это плюс 80. А это, поверьте, весомый аргумент. Я вам зубик даю, чики-пури. Потом это ульта. В любую точку карты мы можем ультовать, наносить урон, при этом останавливать реген здоровья. Мохнатый шмель. Ладно, бежим, поставим говно куда-нибудь. Качаем первый скилл, потом третий. Первый, третий, пятый, восьмой. Сюда поставим. Сюда очень редко ставят, не знаю почему. Как по мне, одно из лучших мест. Видите, она видит. И здесь сюда попадает обзор. И вот сюда попадает. И вот сюда попадает. И вот сюда попадает. Везде попадает. О, так, у нас наша связка, да? Рики, ну молодец. Ну, то, что ты чуть взорвал, это абсолютный стандарт. В начале это норма. Так, ну что ж. Давайте пофармим. То есть отдаем фарм нашему союзнику. Рики инвиз первого левела сейчас будет, да. То есть мне надо будет уже покупать. Варды с самого начала. Что такое тварь наглая? Ты мне скажи, чмо. Ну, висп это чисто корм. Просто корм. Просто саный корм. Корм. Видите, мне бьют крипы. Это тоже норма. Агрится на меня крипули. Да-то иди. Ну что, и покупаем варды. Прошлую игру тоже было это чмо. Каждую игру теперь будет Рики пикать. Не, здесь без вардов, конечно, вообще никуда. Еще и минер курицу трогает. Чмо тупое. Давай.
Без вардов никуда, братюня, бей, молодца. Все, делаем акцент на третий скилл. Первый прокачали, будем третий. Если у нас получится застанет первым скиллом, то все, это твари просто жопа. А он может связать. Он может связать виспа, ему будет жопа, полная жопа. Ты можешь связать его? Давай, давай, давай. Свяжи, свяжи. Свяжи его. Свяжи. Ай. Че ты тупишь, дебил? Давай, говно. На, мразь. Ну там один удар остался. Ты чё, чмо? Опа. Опа, чмо. Так, там еще это летит. Кура, 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 кура. Уходи, братюня. Братюня, уходи. Братиша, нет. На, говно обоссанное. Ты чё, чмо? Ну давай, теперь по фарме. Ну давай, говно, по фарме. Как тебе фарм, а? Ты немножечко не на того напал, инвалид. Так, давай сейчас порегенимся. Рики мы можем тоже спокойно забрать. Нам нужно сколько там? 260 маны. Все, ждем 260 и будем забирать прокаста. Если мы еще получим левел, будет отлично. Конечно, мы будем покупать варды, вы о чем думали? Рики чмошника так апнули, да, что эта тварь теперь на первом левеле инвиз. Наш будем покупать с первого левела варды. В чем проблема? Какая разница, на шестом покупать или на первом? Хотя преимущество в том, что уже на первом левеле он не будет фармить нормально. Все, это говно ушло, говорим. Он, наверное, обиделся, сейчас ливанет. В принципе, висп может купить антиварды. Ну хотя, в чем проблема? Мы тоже купим. И будем ломать его варды. Это будет цикличность. Так, ну давай, видите, у нас чувак спокойно фри фармит. Давайте дадим, ой-ой-ой. Дадим ему одно деревце. Бичиха? А, вот она, шваль. Ха. Так, маны у него нету, да? Ну давай, говно. Так, у этого хилки мало. Ты чё, парашница, а? Ты чё, параша? Иди отсюда, чмо. Иди отсюда. Иди отсюда. Не, наглые, смотри, какие наглые, да? Убытки обоссанные. Наша задача сейчас получить шестой левел. Как можно быстрее шестой левел нужен нам. Опа, отлично. Так, мана у меня есть, все хорошо. У него есть. Нет, 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 нет. Назад, 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 назад. И чё он встал даун? Ждем, ждем. Без третьего скилла мы не нападаем. Давай. Это забавный посток. Он закупается в магазине и стоит ФК. Молодец. Ну что ж, попробуем. Третий левел у меня есть. Дайте мне еще левел, пожалуйста. Еще один левел. И будет отлично. Будет отлично. Да, давай. Вот это, давай кого-нибудь. Ну давай. Все, параша сдохла без вариантов. Теперь ты сейчас будешь подыхать, говно. Говно, ты куда, параша? Пау, пока! Изи-бризи, пахнет изи-бризи. Нормально, прорвались. Теперь сюда ставим говно. И давайте порегеемся. Нам сейчас нужно собрать, короче, арканы. Только арканы. Что нам будет постоянно не хватать маны. Постоянно. Давайте этому дебилу тоже дадим. Стой, дура. Ну пошла нахрен. Не хочешь, как хочешь. Так, нам нужно сейчас 270 уже маны. Уже 270 маны. Блин, кто меня ударил? Чмо? Я отвлекся с Лиганса, ладно. Чувак, не уходи, постой. Опа. 270, так, 50. То есть мы пытаемся убивать только когда у нас есть первый, третий скилл. Куда ты пошел, дебил? Ты не будешь со мной играть? Нет, сегодня все? И смысл? А, ну давайте посмотрим. Поэтому мы сейчас должны пока никуда не вылазить, просто получаем левел. Там сейчас чмо там лазит где-то. Ну, висп это висп. Висп это висп. Самое дно, корм. Рики фрифармит, молодец. Правильно, хорошая вообще. Хорошая задумка. Здесь где-то висп лазит.
Давай, братюня, заберем 100%. Первый скилл есть, все. Первый скилл. Кстати, тоже хорошая связка. Это говно кидает первый скилл, я кидаю тоже первый. И человек попадает в стан 100% практически. Вот, отлично. Опять третий скилл. Делаем акцент на него. Че, пойдем заберем? Блин. Не, пока варды мы покупать не будем. Хватит вардов уже нам. Нам нужно вывести его на другой вард или просто убивать виспа. Профит. Или просто получить 6-й левел. Профит. И будем стоять на базе, кидать оттуда ульту. Так, у нас сейчас 1-0, нормально. Пойдет. Пойдет. Аппарат, говорю, хороший. Видите, у нас уже 2-6 счет. Это уже хорошо. То есть потенциал есть. И из этих 2-6 я один раз убил. Потом у него 3 ассасиста. Видите, у нашего тиммейта. Пойдем. Давай, говно, пока, прощай, пишите письма, я вам позвоню. Ой. Ну, это третий скилл, что сказать, это третий скилл, сами видите. Дамаг офигенный. Плюс 70 урона, плюс 700 тысяч урона в секунду. Так. Ну, Рики мы обоссали. Обоссали мы ему личика прыщавая. И кидаем сюда ульту. Мне нужно, короче, сейчас нафармить на арканоиды. Давай, детка, давай, давай, давай. Пу! Кидай ульту на него, он не сможет. Так, где там мразь? Ух ты, он человек-невидимка. Такие существуют. Он просто испарился в пространстве. Ой, назад, назад, братюня, назад, назад. Ты идиот? Так, 270. 270? Нет, уже больше. 280. Растет, растет. Пока ульту мы не будем трогать, нам бы убить. Ну давай, апай. У нас апорт еще есть? Вон у нас есть. Я купил кур, пускай апает. Так, нам бы... Че, пойдем убивать это говно? Пошли, убьем. Ну пошли, ДЦП. Вот у меня вообще это бесит, Роксаны. Вот с этой курой меня уже так достал, даун. Могли пойти просто ее убить. Ну в итоге, ладно, все, отпускаем. Я трачу ману. Это говно не хочет играть? Наш не будешь играть. Я буду тратить ману, хорошо. Чему обоссанное? Так, ждем, сейчас будем на мид кидать. Наверное, да? Да, на мид кинем. СФ, стой здесь, пожалуйста. СФ здесь. О, как они быстро пропушили, мудаки. Говно. Хотя немножко задело, но говно. Так, ну ладно, пойдем тогда сейчас соберем арканы. И все. И будем стоять и пулять. Пулять нашу ульту. СФ где-то здесь ходят. Так, 16 секунд. Дальше, знаете, что мы соберем? Я думал, что собирать много-много раскачек пробовал. Все-таки я думал, давайте соберем барабаны, потому что у нас очень мало хп, 620, это вообще не дело. А потом уже пойдем в Даган, именно в Даган. Потому что он будет взаимодействовать с нашей ультой. Не забывайте, что когда мало хп у врага, ульта его убивает, как у некро практически. Еще смотрите, да, у нас есть третий скилл, который нереально потенциал тиме дает, поэтому нужно постоянно участвовать в драках с тимой. Идем к нашей тиме. Здесь всего лишь один тиммейт. Так. Видите, он быстро пушит чмо. Быстро пушит. О-о-о. И чё ты хочешь? Ну давай, параша. Не, он там соуринг юзает. Скажи спасибо, Тайдо, спасибо тебе за это. Так, Тайдуха ушла. Ладно, давайте реализовывать нашу ульту, она просто застаивается. О, как далеко-то. О, зато попал в это говно. Пу! Давай, братюня, пойдем, пойдем. Ты чё, параша? Ну-ка, застынь. Застынь, чмо. Ты чё, чмо, я не понял. Ты чё, пёс? Ты чё, сука? Ты чё-то? А? Дерзкий, а, пацан? ФФ?
Фу-фу-фу-фу, давай. Ладно, все, бежим на базу. Далее, да вообще обнаглела шкура, потная. Не в смысле профессионала, в смысле воняет говном от него. Ладно, в любом случае, идем дальше и кидаем нашу ульту. С помощью ульты что мы делаем? Во-первых, мы можем или пушить, или делать... Ой, я чуть не заговорился, блин, забыл про ульту. Или пушить, или делать антипуш. Потом мы можем, например, кидать ее в замес, чтобы дамажить врагов, чтобы они не хилились и так далее. Тем более ульта очень многих пугает, она так бесит, это вообще забейте. Я помню, когда играл против аппарата, это говно кидало ульту в меня, и так не бесило. Я хотел, короче, по почкам ему дать, с разбега по почкам. С разбега в щи по почкам дать ему хотел. Давай, братюня, давай, я бегу. Я бегу. Ты убьешь его. На, нахрен. И далее плюс 80 атаки моей. Ха-ха. Да. Мой скилл зарешал, все это знаю. Спасибо, спасибо. Вот это заява. Вот это заява. Ну, не уходи. На! Ох ты, постой, паровоз. На! Ох, я не могу это не озвучивать. Сами понимаете, это как напоминает мне фильмы кунг-фу. Раньше были старые фильмы, и там, короче, все удары какой-то дебил сидел, озвучивал. Знаете, такой жирный сидел такой. Там кушал хот-доги, я озвучил такой. Я то же самое, видите, делаю. У меня просто привычка, я озвучиваю все происходящее. В любом случае, у нас появилась ульта. И кидаем. Желательно кидать, где больше крипов. Я даже пробовал аппарату собирать рефреш, но... С одной стороны, интересно, да, что у нас двойная ульта, но не стоит того, честно скажу. Ну, не стоит того вообще. Тем более, его сложно собирать за аппарата. Это уже будет какая-то поздняя стадия игры, там, минута 80-я. Ладно, шучу. Минута 40-я будет. А там уже смысла мало от него. Пушьте мид. Спасибо, парень, спасибо за комплименты. То, что обновили карту, я полностью доволен. Карта стала миллиарды раз лучше. Давай, братюня, сразу на нах. Как тебя, а? Как тебе мой прокастик? Вообще, Тайт делает неправильную ситуацию. Он почему-то ультует все время, когда он один. Так, я не понял. Стоп. Ты хочешь погибнуть в этой жизни, что ли? Просто у нас парень на мипа. Так, кто-то юзал пыль, мне показалось. А, парень квест проходит. Ну, пускай проходит, что сказать. Пускай проходит квест. Квест это полезное дело. Позволяет развиваться. Здесь бы моя ульта не помогла. Не помогла бы, потому что она долго бы летела. Давайте мы кинем сюда. Сделаем антипуш. Ну, это абсолютно стандартный игрок. Абсолютно стандартный игрок за мипа. Ну-ка, ну-ка. На-на! А дальше такой я... Блин, не туда! Не туда! Ненавижу я ТП в этой игре. Просто забейте. Я хотел сюда сделать ТП. Ладно. Ну, случайно нажал два раза. Так, что мы будем собирать дальше? Ну, я сказал уже, Даган попробуем. Хотя я еще ни разу не пробовал, попробую. Ну, я не ошибаюсь никогда, поэтому я думаю, получится все отлично. Давай, братюня, я бегу, бегу! Перекрывай путь! Путь перекрой ему! Путь перекрой! Ладно, все, короче, бежим с носителя говно. Сколько у нас? 3-0? Нормально, не сфидил ни разу, подсок нормальный. На-на. О, видали, да? Вот это фарм называется. Вот это фарм. Пока, пока, братюня. Пока. Я не знаю, зачем он взял, вышел из игры, я не понимаю. Да играл бы, да, он. Купил аркану, да, пацан, молодец, чё. Прикиньте, да? СФ взял, вышел из игры. Смысл? Осталось доиграть-то там минут 10, зато ему лифт дадут. Вот приоритет. Давай, братюня, давай, не тупи. Так, там мы ничего не сделаем. Вычисляем.
Нам нужно вычислять координаты x, y по z, потом параллелепипед, да, и параболу. Рассчитываем параболу в квадрате. Что-то пошло не так. Так, почти. Я пытался просто... Я разведал территорию. Не, в принципе, отмазка нормальная, кстати говоря. Давай, мой крип. Ну, мой. Ладно, короче, нужно нам еще нафармить. Я хочу собрать вонючие барабаны. Все, бомжи ливают. Вот такой вот у нас будет маленький летсплей. Ну, в любом случае, я показал вам весь потенциал аппарата. Здесь больше даже нечего показывать. Что показывать? Собираем барабаны. Вы миллиарды раз видели барабаны. Ульту я показал. Собираем Даган. Еще раз говорю, Даган нужен для взаимодействия с ультой, чтобы ульта убивала. Кинули ульту. Все под воздействием ульты. И, короче, вы берете, бьете с Дагана около малого хп и убиваете его в итоге. Под действием ульты только. Все, кидаем это говно, пушим территорию. У меня вард уже лежит 40 минут, ничего страшного, ладно. Летит плюха. Кстати, у меня бывает такой баг, реально бывает, что мне плюха пропадает. То есть анимации нету, это вообще такая жопа. Не знаю почему, может это за пинга было? Непонятно. Минер в этой игре вообще ничего не сделал, вообще ничего не сделал. Ну и Мипа, я думаю, ну неужели вы удивитесь игре Мипа 1.4? Это же абсолютно стандарт, я говорю, что... Паблики Мипа 90% криворуки, 99% кривые. Единицы я видел нормальных и только у врагов. Только у врагов. Так, давайте сыграем на барабанах симфонию Моцарта. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, пощади. Не надо, пожалуйста, чмо. Меня засосало. Я буду приманкой, да? Пока. Ты же ливанешь, да? Ну давай, говно. Ты же не выдержишь такой агрессии, такой нагрузки. Не, смотрите, не хочешь ливать говно, а? Ха-ха-ха-ха! Ливануло! Ну, это же было предсказуемо. Слабый мальчик. Я бы, кстати, не ливанул, скорее всего. Я бы до конца сидел. До конца надо сидеть, до конца. Пойдем, братаны. Ну все, такой вот маленький. Наконец-то у нас маленький летсплей. У нас все летсплеи по 50 минут. Я сам захожу в видео, смотрю. Каждое видео 47 минут 50, 57, 50, 50, 50. Теперь наконец-то будет маленькая игра. Все, всем спасибо за просмотр. Аппарат отличный. Герой, я говорю, мне он очень нравится. Также можно аппарат собирать Аганем. Тоже хороший вариант. Он увеличивает время действия ульты, там, по-моему, до 13 секунд. Ну, я говорю, вот он такой специфический герой. Специфический. То есть можно много вариантов продумывать на этого героя. Мне кажется, самый оптимальный Даган, потому что реально, сколько я играл, я замечал, что рядом враги бегали с лоб хп, их никто не мог добить. А так бы я с Дагана... Пук! Ну все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Ну все, всем пока.